Да, они спокойненько себе спят. Я уже, честно говоря, не помню, какую надо убивать вперед. Вот, не получилось их обойти. Собачки это тоже ближний бой, чип у меня стоит, так что, собственно, я их убиваю голыми руками. В машинках в этих ничего нет. Дальше будут попадаться грузовички, в которых будет что-то полезное. Здесь пока просто так называемые декорации. Здесь вот идет какое-то раздвоение, да, две дорожки, но они, по-моему, где-то там сходятся опять. Да, здесь можно вот здесь пройти просто мимо собаки, да, а там придется сражаться с собакой. А, здесь вообще тупик. Так что вот так вот. Сейчас я выйду обратно, да, вот представьте, это ошибка бы, если бы не было читов, чего бы не стоило.